Безумная затея спуститься в купальниках со склона в прошлом году переросла вот в такое вот мероприятие. По мне, ситуация вышла из-под контроля. Спуститься собираются более 1500 человек. Одна из них будет на параплане. Давайте посмотрим, что будет дальше. Честно говоря, мы не ожидали такого огромного наплыва гостей. Тем более на данное мероприятие, все-таки не май месяц, как говорится, на дворе. Но все-таки 1 мая наступило, мы видим солнце, отличная погода, ну просто что-то невероятное. Гости наслаждаются мероприятием еще до старта. Переодеваются, точнее раздеваются и непременно красуются. Такое мероприятие, оно везде есть, поэтому мы готовы, мы на всю страну просвечим, поэтому будет все здорово. Мы находимся в накопителе для самых отчаянных лыжников и сноубордистов, которые решили участвовать сегодня в этом спуске. Их очень много, они продолжают прибывать. Образы от царя Леонида до, даже не знаю, как выразиться, просто тверк, если это видно. Все хотят спускаться, все хотят драйва, он есть. Почему решили участвовать в таком клевом наряде? А почему бы нет? А почему именно Шотландия? Все-таки. Весело же. Вы откуда? Местная. Вот, вот так вот. Местные кировчанки и потечанки стараются продвигать свой родной город больше, чем кто-либо другой. Как ваш образ называется? Что-то на Мерлин, наверное, похоже. Не хватает только... И не Мэри Поппинс, ну, зонтика такой, на оба зонтика. Да, я думала, Мальвина, не? Ну, может, и Мальвина. Да. Ну, самый, Саш, мне 83. А вот эти вещи для меня, что в прорубь лезть, что купаться в воде. Так что ничего страшного. Совершенно ничего. Один сплошной драйв и позитив и до, и после старта. Бикини-бикини, первый раз участвую, блин, безумная энергетика вообще, нас 500 человек здесь, 500! Закрытие сезона, и хочется, чтобы впечатления были самые-самые за весь сезон. Вы их получили? Да. За благовременно зарегистрировался специально для этого феста. Как ощущения? Супер вообще, это эйфория, мне кажется, это круто. Семейство более самое, кстати, как папа, ощущения? У нас шикарно, отличное ощущение. Я участвовала в прошлом году, дочка, в этом году впервые. Потихоньку становится семейной традицией. Ну, ты еще и папа, вот, давай-ка все трое. Так, вот, вот это вот семья, с которой нужно брать пример. Раз в четвертый, наверное, приезжаем. Но на таком мероприятии вообще первый раз. Это вообще, это просто, это шикарно. Финиш не стал окончанием праздника. Солнечная погода плюс зашкаливающий адреналин и дискотека на снегу прямо в купальниках может длиться не один час. Друзья, давайте все вместе ручки поднимем, все, прям вот, вот. Погнали, друзья. Champion sound, yeah, I got a few rings and I'm all the way up.
Хибины бикини – единственный спуск в купальных костюмах, который проводится за полярным кругом. В этом году в нем участвовали больше 1500 человек. Основание претендовать на рекорд России. Словом, северяне снова доказали, что они готовы на любые авантюры. И холод им только на пользу.